Здорово! Можете сбросить свои счетчики ожидания из окна и начать новые счетчики с первого дня, потому что у нас ваша долгожданная баба, которой не было уже, по-моему, полгода. Плохо, плохо лайки тыкали. Я вам опять в долг даю 100 лайков. Ладно, давайте резинку-то тянуть мы не будем никуда, нам надо пройти... Где мы находимся? Я все забыл, я вообще потерялся. Мы находимся, по-моему, в саду, да, мы были? Да, мы были в саду, вот это вот, вот она красненькая, вот и все, в принципе. Мы уже прошли какую-то часть, по-моему, за одну серию. Теперь нам надо закончить, да, просто получается сад. Идем в шестой уровень. Ой, сейчас мозги будут болеть, а я как вспомню это. Ой, смотри, статуя — это ты. Что значит я статуя? Я реально статуя, смотри. Че, рыцарь какой-то, рыцарь бегает. У нас есть яблоки, у нас есть белт, это беговые дорожки, вот эти вот белты. Или эскалаторами я их называл, не помню. Вот, у нас Кеки, короче, летает и тормозит. Кеки, он, короче, он закрывает. Трава у нас — это стоп, флаг — это победа. Короче, нам надо пробраться вниз к флагу, и у нас есть ключ это толкать. Но у нас нет ключа, нам нужно где-то добыть ключ. У нас есть вот эти штуки, через которые мы не ходим. У нас есть Кеки, который стоит, не сдвинется. И вот тут вот мы можем типа толкнуть вот эту хренотень. Белт, шит. И не тормозит. Во, проскочили. И на этом у нас все закончилось. Естественно, это не может быть так легко, потому что это целый шестой уровень. Так, знаешь, что мы можем придумать? Мы можем... Вот этот стоит, вот он ни туда, ни сюда. Давай мы кнопку из вот эту вот, вот сюда вот притащим, уже потом убрать сможем, да. Мы притащим... Белт это... Это маки... А, мейк. Это слово мейк, это делать. У нас слово мейк еще есть. Белт это толкать. Я знаю, что как думаю... Я думаю, Кеки у нас... Смотри, где? Не вижу. Ключ на ключ из Wick. Ключ, короче, у нас будет все ломать. Не пойму. Мы можем сами составить фразу, например... Кеки делает ключ. Прикинь, Кеки у нас ключ будет делать. Мы можем это сдвинуть. Кеки, вот смотри, Кеки make K. То есть ты понимаешь, да, у нас Кеки может make K делать. Это слово make. Да, если Кеки будет двигаться, то из Кеки будут вылазить ключи. Смотри, вот это толкнем. У нас теперь Белт — это Shift. Белт теперь через себя пропускает всю вот эту вот хренотень. И мы можем отпустить вот эту фразу. Мы можем толкнуть Кеки, поставить на эскалатор, закинуть туда, а потом переправить ключи. Ну, то есть это типичная такая логика. Вот это вот надо будет что-то с этим тоже сделать. Ну, давай для начала Кеки мы туда подвинем. Вот, а ключ... Вот Кеки нам туда надо. Правильно. А ключ, он должен нас открывать. У нас нету фразы «ключ открывать». Это получается ключ толкать и ключ open. Вот так. А Кеки, в свою очередь, делает ключ. То есть я неправильно сделал. Вот это вот раз, вот так два, три. Кеки делает ключ. А ключ это толкать и ключ это открывать. Ну, да, уровень логичный, потому что сейчас... Все, серит Кеки. Не трогайте Кеки, Кеки стоит и рожает ключи. Так. О, да я их, смотри, я их тут бесконечно могу пихать. Давай сразу... Да. Нормально уровень пошел. Ну, это так пестро было. Вначале я растерялся. Нет, ну время все равно потратил. Так, ладно, что у нас? Это был шестой, идем в седьмой левел. Блокада называется, седьмой уровень у нас. Что нам тут имеют такое сделать? Вода — это, короче, синк. Синк — это у нас что-то, я уже забыл. Ну, короче, взрывается. Синк, понятно. Текст — это летать. Пиллар — это пиллар. Пиллар — это толкать. Пиллар — это столб у нас. Вот этот столб пиллар. Смотри, луна — это ты. Трава и пиллар — это стоп. А как я пойду туда? Нам нужно как-то поиграть с фразами тут получается. Пиллар — это пуш, камень на пиллар — это пуш. Но это хрень какая-то получится. Я, конечно, могу такое попробовать. Камень на пиллар — это пуш, но я же... Пуш будет только когда камень на пиллар, и он так не сдвинется с места. Нет, так не работает. Надо... Это очевидное решение, надо неочевидное решение. Смотри, если вода — это синк, нам надо сделать, чтобы вода не была синком. А мы можем изменить вот это вот название. Ой, я стул нажал, меньше стал. Наверх. Во. А знаешь, в чем дело? Потому что если мы добавим
фразу с «он», да, что если что-то совмещается с водой, это уже не будет водой, и тогда вода перестанет быть опасной. Соответственно, нам надо пиллар, сделать пиллар, он... А, нет. Смотри. Все, я все сломал, я все испортил. Пиллар, это толкать надо сделать для начала. Мы, если проделаем проход, чтобы вертикально мы могли построить фразу. Давай возьмем пиллар, и мы пиллар попробуем скрестить с водой. Фразу я имею в виду. И тогда вода не будет синк, потому что пиллар с водой только может быть синк. Понимаешь? Ну, короче, кто понимает, тот понимает, что я имею тут в виду. То есть мы сейчас берем и попробуем утолкать туда камень. Знаешь, на какой хрен? Чтобы взорвать еще один кирпич слева, чтобы затолкать букву вертикально поставить. Логично же? Логично. Мы его поднимем или не поднимем пока, или фразу соберем сперва. Фразу мы соберем. Кто не понял, что я сейчас пытаюсь сделать, я объясняю. Мы берем камень, мы его сквозь камень толкаем, мы его поднимаем наверх. Мы собираем вверху фразу. Делаем, чтобы камень у нас... Ой, я, по-моему, сейчас херней занимаюсь опять. Я же сейчас не смогу камень подвинуть. И продолжаю делать. Смотри, я делаю неправильно и продолжаю делать. Как этот синдром называется? Камень, а теперь я его куда? Я взорву вертикально, и я тогда не поставлю. Стой. То есть камень пока пусть будет толкать. Работа над ошибками. Камень будет здесь, чтобы мы смогли уйти вправо. Тут видишь, тут нет... Тут тактика нужна. Тактика. Тактика, логика. Все надо использовать. Игра сложная. Ну, зачесался, к чему бы это... Я не покупал такого. Так, смотри, если мы сейчас нажмем push, мы сами окажемся в камне. Тогда мы сможем выйти из камня и подвинуть камень. Да? Смотри, вот так. Раз. Мы вышли из камня, подвинули камень. Мы взорвали стенку. И вот сюда вот мы теперь можем построить фразу и смешать пиллар с водой. Так ведь? Мы смешаем пиллар с водой, и вода перестанет у нас быть вот этот вот синк, и она нам ничего плохого больше не сделает. Но логично, это очень логично, это очень правильно, понятно. По-другому тут ни хрена ничего такого не придумаешь, мне кажется. Вот, смотри. Да, сейчас не возьмется, сейчас не возьмется, смотри. Взялась. Обычно вот приходишь, вроде по логике должен победить, а почему-то не побеждаешь. Хоть писаться тебе, блин, запать. Надоел. Джей Уолкерс Юнайтед. Понятия не имею, что бы это все значило. А вот они и волкеры, которые волкают. Смотри. Так, стой, подожди. Не делай резких движений. Кеки это двигается. Кеки делает тайл. Это вот этот тайл. Тайл уничтожает. А, то есть я не могу идти обратно. Он сам под собой создает тайл. Он тоже взрывается. Ладно, баба это ты. Где, а где я? Стой, подожди. А, баба, да, стой. А кеки муви, кеки мейк тайл. А, вот они кеки, вот этот тайл. А вот это не тайл, это получается баба мейк грасс, это грасс. Это грасс. Но у грасса такой же эффект, грасс тоже взрывается, короче, и тайл, и грасс взрывается. Это я просто англичанин такой великий. А, решение-то где? Флаг на камне это ми. А, ми это еще один персонаж, короче. Ми это персонаж. А ми где взять? Камень на ме – это победа. Вот она, победа. Это надо нам добыть ме, скрестив камень и ме. Но для этого нам надо как-то попасть к камню. А чтобы попасть к камню, мы можем пойти к камню. Но если мы придем вот так, мы этот камень никуда не утащим. Нам надо с другой стороны к нему заходить. Если мы пойдем вниз, нам эту фразу разомкнут вот эти вот товарищи. Нам надо найти способ, как оставить фразу целой. И чтобы... То есть вот так вот, раз. Не идите туда. Нижний идет, и он мне перекроет дорогу, я опять не выйду. Перекрыть дорогу нижнему тоже. И пойти вверх. Тогда я не успеваю. Я одного с собой забрал, он флаг оттолкнет, а я не могу ни в одну сторону идти, могу вот так это двинуть, но... Это тоже бред. Нам надо... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. А, ну то же самое, только снизу надо сделать. Смотри как. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ходов хватает. Я нижним закрываю проход, чтобы они не ходили. А верхние, они равномерно толкнут фразу. Да, и фраза останется... Ты тут взрываешься на ровном месте. А мы пойдем толкать камень. У нас есть одна попытка, чтобы камень совокупить с флагом. То есть мы идем, берем камень, толкаем его во флаг. Получился, ми родился. А ми и камень — это победа. А я камень толкаю. А камень надо пуш убрать теперь как-то.
Как мне от камня пуш убрать? Вот так. Раз. Два. И вот это сейчас придет. Ой. А мне надо ходить теперь, смотри. Не пойдет. И, а, вот, хватило ходов. Надо было ходить, пока не отодвинут камень от слова пуш. Вот они отодвинули. 10 уровень открылся. Так, а что у нас? О, я хорошо, я сегодня хорошо успеваю. Даже, наверное, без монтажа ставлю видео. Нафиг его монтировать, да? Будете сидеть все тут. Не, вырежу. Маты все уберу. Так. Ключ — это толкать. Вон он, ключ. Живая изгородь у нас — это стоп. Фрукт — это фрукт. Баба — это ты. Фрукт, можно, видишь, сразу бросается в глаза. Фрукт на бабе — это ты. Фрукт на бабе — это ты. Все, ничего не работает. Короче, так не работает. Мы можем стать фруктом. Ключ вон там. Мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем сделать... Ключ — это толкать. Ключ на фрукте — это толкать. А мы будем фрукт, например, да? Ну-ка, смотри. Смотри, смотри. Я покажу. Я научу тебя. Мы будем фруктом. Фрукт. Ой, надо эту же. Надо из поставить. Фрукт из баба. Фрукт — это фрукт. Фрукт не... Подожди. Фрукт — это ты. Вот. Фрукт — это ты. Теперь. А, теперь баба. Баба. Фрукт. Ключ на фрукте — это ты. Ключ на фрукте. Так, как эту бабу отсюда вытолкать? Ключ на фрукте — это толкать. И я иду фруктом, толкаю. Да не может такого легкого решения быть. Опять. Не может так легко это все закончиться. Раза получилось. Теперь ключ на фрукте — это толк... А, смотри, что. Трава у нас какая стала. Теперь что-то вообще все... Много изменилось. Ключ. Ты по... А ключ не двигается. Что, чем мы можем дополнить нашу картину? Ключ открывает. Ну, тут все логично. Тут все как обычно. Тут излишек никаких нету. А... Баба. Баба — это фрукт. У нас будет два фрукта тогда. Баба — это фрукт. Вот, смотри. Будет ли работать такая система? И теперь, не, надо то же самое сейчас сделать. Будет ли работать такая система, что... Вот. Что если я... На фрукте лежит ключ, другой фрукт толкает ключ на фрукте, и из-за этого все смещается, короче. Такая фигня. Теперь надо аккуратно выехать вот туда, вот зайти. Да. Тупо логика. Логика. Так, теперь надо их как-то это разомкнуть вот так вот. Потом собрать вот так вот и толкнуть. Ну, баба, дает. Ну, у нас последний уровень остался, ничего себе. Бонусный уровень, ё-моё. Эх, пойдем сразу бонусный пройдем. Бонусный — это обычно дополнение к предыдущему, да? Как-то у нас получилось. А тут что-то вообще левое, смотри, что-то я такого. Лава — это лава, лава — это горячо. Коробка — это, короче, плавится. Вот, надо нам лаву до коробки. А, лед, что со льдом? Лед открывает, а вон дверь. Дверь — это стоп, это закрыто. Короче, надо лед на дверь, лаву на коробку. И в коробке есть флаг. А флаг — это победа. Все логично, все понятно. Вот. Кто не понял, где лед — это стоп, я исчез. Я появился. Все. Вообще, имея то, что у нас есть, да, вот у нас есть слово push, и есть у нас, допустим, слово лед. Вот у льда висит лед, у лавы висит... У лавы висит слово лава. Если мы вот так вот сделаем, лед — это толкать. Мы тупо лед толкнем, и лед нам откроет двери. Но тут работает система Nipper, естественно, да, мы ничего больше не сделаем. Нам тут может помочь, ну, кстати, лаву мы тоже ничего не можем толкнуть сквозь стену, мы ничего не можем пропихнуть, так бы сквозь стену что-то продели бы. Короче, здесь нам надо идти на какие-то ухищрения. Смотри, если, допустим, пуш, мы берем, лава — это толкать. Что-то я погулял ее это, по кругу. Нет, не так, не лава толкать, а лед. Нет, лава — это толкать сперва. Ой, а что у меня две... Я лед потерял. Лава — это толкать. Мы лаву толкаем ко льду. Потом говорим. Потом мы говорим, что лава на льду — это как корова на льду. Только лава на льду. Лава на льду. А, лава на льду —
это толкать. А лава на льду — это толкать. А почему не толкается лед? А вот у нас, видишь, все, она не толкается больше, нет. Лава на льду — это текст. А какой он нам текст, кстати, напишет? Интересно мне знать. А, нет, смотри, потому что лава — это лава. Лава — это текст, ничего не понял. Подожди, а у нас лава — это лава, а лед — это не лед. Ой, ой. Лед. А, вот, и получилось. Теперь у нас два льда. А, нам надо, по идее, сделать, знаешь как? Нам надо сделать пуш и лаве, и льду. Но мы не можем так сделать. Вот у нас лава-то будет пуш, а у нас лед совсем пропал. У нас совсем пропал лед. Где мы возьмем лед теперь? Нам надо сделать... Стой, отмотаю. У нас получилось слово ice. Понимаешь, в чем вся проблема? Мы возьмем слово лава. Мы слово лава дополним словом ice. То есть появится слово ice. Тогда мы с помощью слова ice сможем добыть еще льда. Лава ice, вот они. Да. Лава айс. А вот теперь мы можем сделать и лава, и айс пуш. Они будут, но у нас нету теперь льда. Теперь мы можем, знаешь, как сделать? Мы можем взять слово, а нам он же не нужно уже будет. Мы слово он вот сюда толкнем. Вот это слово в сторону мы уберем. Вот так. А, получится у нас текст на лаве это лед. Чего? Текст на лаве это лед. Ну это логично, ну как ты об этом сразу-то не подумал-то, ну это же логично. Теперь у нас есть, смотри, лава-лед, у нас есть лава-лед. Теперь нам надо лава-лед это пуш и просто все утолкать. Лава-лед это пуш. И все, и поехали. И мы и лаву, и лед толкаем, и дверь, не открывается дверь. Надо... А, у нас, стой, подожди, я понял прикол. У нас слово лед, у нас, видишь, у нас слово лед, она специально осталась, слово лед, теперь мы можем лед толкнуть отдельно. Туда он, все, езжай. А сами также взять еще и лаву, а потом все вместе, оно все равно будет толкаться вместе, вот так вот. Если мы ее будем пихать, она раз, открыли, провели. Но здесь нет вариативности, здесь эти уровни, они проходятся только такими, я не знаю, как по-другому это не пройти. Здесь просто надо как-то с конца думать, да, сразу представить, какой должен быть результат уровня, а уже потом только вот строить в обратном порядке мышление, чтобы наоборот работало, строить, как ты должен к этому прийти. Так, опять какая-то большая карта, у нас две руки сверху есть, у нас внизу рука это уничтожает, рука у нас это еще и что? И все? Рука еще не для скуки, я вспомнил. Да, рука уничтожает. У нас есть, смотри, hand make belt. То есть, если рука у нас куда-то поедет, она будет строить вот эти беговые дорожки. У нас вот он вверху закрыто черепом. Череп толкнул, ну это понятно, что мы его не можем толкнуть. Череп уничтожает, и все. Рука уничтожает, стена это стоп. Да, нам нужно собирать какие-то просто фразы вот из этих вот трех фраз, а потом вот это все надо дозаполнить. Смотри, мейт. Если у нас баба, она же у нас единственная тут свободно ходящая, она да, где бы я ни пошел, она будет строить беговые дорожки. А смотри, а она одноразовая баба-то. У нас получается, что мы вот в какую сторону прошли, и все, она не разворачивает. То есть надо внимательно теперь продумать, что мы можем сделать с этим. А, да, мы начнем бабой рисовать. Можно же ими как-то руки... А, смотри, внизу есть hand movie мы можем сделать. Но мы для hand должны сделать траекторию. Например, смотри. Мы пойдем, возьмем руку. Мы вот так вот заставим руку толкнуть. Череп заставим толкнуть. Например. Потом мы говорим hand... Ой, сейчас она... Куда она поедет, рука? Рука поехала. Стой. А, точно.
надо belt и shift, чтобы belt именно сам контачил. Потому что рука, она тупая. Надо, чтобы эскалатор засасывал ее. Вот, видишь? Вот она пошла вниз, вправо. А, ты понял? Ты когда поворачиваешь бабу, она дает направление. Нам надо... стоять. Ну-ка, все назад пусть нарисуется. Нам надо возле каждого поворота делать загигулину, чтобы как бы... Смотри как. Я сделаю поворот, рука пойдет вниз. Но чтобы она пошла вправо, рука, мне надо обойти и вот так сделать. Подошли, надо обойти и вот так сделать. Ха. На... Вот так у нас дороги и строят, кстати, вы что не знаете? Как? По-другому у нас не имеет. Вот так вот эта рука, она по-любому пойдет вниз, влево, вправо и толкнет вверх. У нас получится айс. А, стой, она дефит вверх поставит. А, есть вторая рука. Второй руке надо тоже нарисовать траекторию. Да, нарисуем. Вторая рука у нас пойдет, допустим, вверх. Мы вот так вот делаем обход опять. Идем. О, а вниз-то я ее как опущу? А я его вниз не опущу. Она у потолка стоит, я не отпущу вниз. А, значит, пойдем. Значит, пойдем через... Рука пойдет через низ, вот так вот. Повернется. А здесь, кстати, без разницы, в каком месте. И она пойдет в череп. Она в череп пойдет. А, все, смотри, все, я придумал. Вот, вот здесь уберем и... В череп она упрется. Только какая рука... А, ну, по-любому, верхняя рука пойдет быстрее. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так, теперь нам надо запустить руки. Запускаем руки. На пробел же, на пробел. Руки ходят, видишь, они просто ходят. Никуда, в никуда ходят. Нажимаем вот эту. О, на перегонки погнали. Оно, верхняя, видишь, она все равно быстрее проходит. Она слово defeat отталкивает. Уходит. Обратно ее... Блин, знаешь, что я неправильно сделал? Надо было, пока руки ходят, там блудят, да, надо было уже идти вот этой штукой. Вот сюда вот надо было нырять, пока, до тех пор, пока дефит не толкнули. То есть надо сперва вот так вот прийти, да? Можно так, что-то руки куда-то в одну сторону все пошли. Надо в правильный момент нажать на кнопку belt. Понимаешь, у меня стояла рука в неправильном месте. Надо вот в этом месте ставить, вот так вот. Теперь вот все, она отвернулась, я прошел вот сюда. Могу погулять, порисковать, типа, могу пробел нажать и вот так вот пройти, закончить уровень. Ну вот так вот красиво, блин, красиво сегодня уровень у меня проходится. Все же, все. Area complete. Ария закончена. Быстро, как быстро, полчаса почти. Вот у нас получается... Территория-то законченная это. И у нас, это был какой у нас 7-й этап. У нас следующий этап будет 8-й. Это будет вот здесь. Это лайт-шоу какое-то. Ну, посмотри, почти вся карта закрыта уже. Но это произойдет, я хрен знает когда. Я просто открою карту. Ой, все. Вот так вот. Красивый черный фон. Вот на нем я буду с краешки сидеть. Спасибо, что пришли. Спасибо, что оказали знаки внимания. Спасибо, что нос чешется. Спасибо, что написали комментарии. Спасибо, что ответили на комментарии других людей. И, как обычно, следующая баба, если не будет у нас 800 лайков, будет в 2026 году. Наверное, шучу. Я пошел. До скорого.